Во избежание начисления большой пени и реализации имущества в счет погашения задолженности через службы судебных приставов, предлагаю вам всем произвести сверку задолженности. Для этого необходимо прозвонить по телефону 32805 или же обратиться в город Лабинск, улица Красная, 44, двор ЖЭК. Пользуясь случаем, хочу напомнить вам такие моменты, что доставка уведомлений, требований на уплату данных налогов осуществлялась почтовым отделением связи по месту прописки налогоплательщика. Поэтому у налогоплательщиков, у которых разница в проживании и прописке, необходимо обратиться в налоговую инспекцию, в кабинет 105, для того, чтобы сообщить место, куда необходимо направлять документы на уплату данных налогов. Хочу обратиться к льготникам. Налогоплательщики, имеющие право на получение льготы, обязаны предоставлять налоговую инспекцию, кабинет 107, документы, подтверждающие право на получение данной льготы. На 2015 год в решении Совета Лабинского городского поселения внесены изменения по начислению и льготированию земельного налога. Ранее земельный налог на имущество льготировался на все объекты, то есть на всю начисленную сумму налога на имущество. В 2015 году, согласно внесенных изменений в решение Совета, льгота будет производиться только по одному объекту. Для этого каждый налогоплательщик, имеющий право на льготу, обязан посетить кабинет номер 107 налоговой инспекции для того, чтобы определить объект, на который будет поставлена льгота.